Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня 29 марта 2016 года, вторник, город Минск. Время 10 часов 34 минуты матча второго круга в одиночном разряде. В мужском одиночном разряде. Напряженная борьба. Александр Мехков играет против спортсмена из Латвии по фамилии Казалинч. 5-7 Александр проиграл. Первый сет, во втором ведет 4-3 и больше на его подаче. Очень важный мяч. Сейчас нужно брать Александру. Прошла первая подача у Саши. И вновь ошибка по шестому мячу. И пока что я поднялась, уважаемые друзья, и вернусь через какое-то время. Thank you.
Thank you.
уважаемые друзья. Второй сет со счетом 6-3 взял Александр Мягков. И начался третий сет. Не могу сказать, как там происходит история. Такое ощущение, что счет по одному. То, что Саша взял первый гейм, это точно. А дальше, видимо, Позеленч вернул. Играет удаленный мяч. Торопится Александр, допускает ошибку. Thank you.
Vamos concentrate. Vamos. Thank you.
Спасибо.